Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. А, я женатик, да? А, сочувствую тогда. Сегодня на победную. Сегодня планирую на победную выходить. Уже на обновление на новое. А ты знаешь, чтобы попасть в DLC, надо убить двух великих боссов. Радана и Мога, повелителя крови. И чё? Ты чё, меня напугал, типа? Ты думаешь, я кого-то не смогу убить? Ну, сука. Бац. Ого, привет. Блять, кого ты пьёшь, женщина? Я чувствую себя по жизни вторым Илон Маском. Илоном Маском, да. То есть по факту я как он. У нас с ним один путь по жизни с Илоном Маском. Насрал. Не цепляйся за тех, которые не нужны, понимаешь? А там в жизни так бывает. Женился на одной, а всю жизнь потом думаешь, ёб твою мать, а я нахуй это сделал. О, как ты тоже. О, братан, спасибо. Кул, брат. Спасибо большое. А, может быть, мне это не поздравлял. А может, и поздравлял. Я не помню ничего, пасыки. Я уже все позабывал, блин. У меня же память, как у женщин. О! Активирует гигантский краб за 600 рублей. О, вот это то, что как раз просили здесь, краб, блядь. Вот видите, я прошел первую стадию без читов вообще. То есть, ну, без всякого вмешательства. Абсолютно. И сейчас еще какой-то скажет: о, а ты не можешь, да, по-честному? Да, сука, а сейчас что было, женщина? Привет. Не, красивая игра, базара, ну, вообще нет, это очень атмосферная, крутая. Как красиво здесь все сделано, действительно. Вот. О боже, краб ебаный еще, иди нахуй! Краб, дай ебаный! Шлепок, мало того, что краба призвал, ты иди ебанутый, блядь. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну, прогресс квестов сохраняется, выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Мне бы подмога на втором этапе, на первом тут не тяжело. Тут в принципе не тяжело прям вообще никак. Эти колдуны, походу, тоже они тут колдуют, призывают всю всякого. Блять, да ебаный в рот. Мамедова щель. Ой, блин. Да ебать его рот, сука. Скорости не хватает, как ебан, просто посмотри на этого дебила. Да, сука, ну кувыркается медленно, почему? Что случилось с ним? Почему он такой медленный?
Почему? Что у него, блядь, тяжелое, что-то уебок не может нормально кувыркаться, как чмо? Почему он такой медленный? Просто я не могу таким играть. Перевес, перегруз, что нужно сделать? Как понять, где вы видите? Где вы видите, что у него перевес? Я не вижу такого параметра даже. Тут нет его, в принципе, не существует. Где вес, я не пойму. Вес снаряжения? Так, тут написано 35 и 48, типа нет перегруза. Ну и что, 35 и 1, 48 и 2, и где перевес? Ну в чем прикол? Нет никакого перевеса. Ну вес и что? 6,6, 5,1, и что? И что? В чем прикол? Ну в чем прикол? А что поменяется? Как общее? Где общие параметры? Они же никак не это самое. Ну вот среднее. Это тяжелое снаряжение. Среднее. Ну типа вот эти вот. Вот тут у него вот это получше что ли будет? И что? Я вообще на не... Ну, это единственная игра, в которой так по-тупому все сделано. Че, он сейчас быстрее стал? Ну, вроде чуть быстрее. Старый, ты прикалываешься? Что? Однако, ебать, видишь, написано же, перегруз. Да где ты видишь перегруз? Вы че, блядь, издеваетесь, что ли? Ну вот те же ботинки, где слово перегруз ты видишь? Где? Вот, допустим, ты гной! Вот это у меня стояло. Где слово перегруз? Где я могу понять, что это для меня слишком тяжело? Где? Ты чё, девка? Где, блядь? Баланс 44. Что такое баланс? Баланс чего? Баланс чего? Я не понимаю. Я не понимаю, это хуйня. Ну вес и что, что они весят там, допустим, эти 5,1 весят, эти 6,6, там эти 3,9 вообще весят. Ну типа и что? И что? Ну да, вес, общий вес этих ботинок, их что мне это дает? Вес 5,1 вот допустим, да. Среднее снаряжение, вес снаряжения 33, дробь 48. То есть 48 я могу одевать, и у меня не будет перегруза. Вот эти вот стояли, они типа 35 были. Вот эти, типа как будто, ну как бы никакого перевеса нету. Что, не так что ли? Нихуя не пойму. Вот бы какашку понюхать. Потом. Пора. Нет, потом. Пора. Да блять, почему ты отходишь назад, а не прыгаешь, я вот не понимаю. Ты же можешь прыгать там, я не знаю, кувыркаться, блядь. Хули ты просто... О, все. Открой меню и смотри справа сверху. Там прямо написано, что перегруз. Весь чат над тобой ржет. Где? Ты, скотина. Дедушка, интересует твое мнение. Тебе не кажется, где? Что интерлуде была последней правильной версией линейки? Да, не то чтобы Мария кажется, я уверен в этом. Испортит? Где слово перегруз? Давай найдем. Я его не вижу. Где? Чучело, где слово перегруз? Ну, покажи мне. Справа снизу. Я не вижу его. Жизненная сила, интеллект, стойкость, сила, ловкость, мудрость, вера, колдовство, ОЗ, ОК, выносливость, вес снаряжения, среднее снаряжение, баланс, удача, ячейки памяти. Все. Где перегруз? Показатели героя, уровень, ваши руны, жизненная сила. Где сверху, где снизу? Вы что, дебил или что? А, блядь, я Волчкову забыл вызвать. Это я забыл, а ты, сука, подсосал. Ну что, пора. Да, блядь, эта шлюха рядом ползает. Все, пора. Мне остается, блин, фул хп и одна банка, блин. А там вторая стадия гораздо сильнее, чем первая. Ну это же Брайан. Вот бы сейчас бы какой-нибудь капитан сказал, да на тебе стамины, родной. Пора, пора побеждать. Я такой бух-бух-бух-бух и все, отработал как бы. Громкость речи 100% стоит.
Пора, Рандер. Пора. Значит, знаешь, как надо сделать? Марс Локи активирует случайная Привет. Телепортация за 1500 рублей. Сука, какой пидор, чтоб тебя, сука, черви нюхали, ты дура. Эмиль активирует гигантский краб за 600 рублей. О, да, классно, ебаньки, сука. И что, сработало? Дай краба, Валера. Уебки, сука. Есть одна фотография. Блядь, какие сдауны, а? Ой, блядь, какая хуйня, просто ублюдок. Краба, уебок, вызывает, твоя мать помирает, осуждай. Ну и что, это... Ну что это за дебилизм? Вот объясни, что это за залупа? Ну что? В чем, сука, концепция? Объясни мне. Я нормально спросил, там реально нет перегруза. Я не понимаю параметры, как посмотреть. Не параметр, тварь, покажи, где это в игре. Эй, Денис Кулешов, ага, хи-хи. Ну можешь боссов поспамить старому. Он не пройдет никогда. Хи-хи-хи-хи. Это я, наш Селоти. Мне, кстати, 20 почти. Нагибок активирует гигантский краб. Да иди ты нахуй! Мирон активирует инверсия галеры за 400 рублей. Гигантская голова за 300. Ты просишь нормально, сука, по-человечески. Марс Локи активирует отклики. Денис Кулешов активирует маленькая голова за 400. Боже, где мой персонаж? Глянь. А, она крикнул камеру. Все, человек. Все, я не понимаю даже, где я. Персонажа я не видел, попал. Все, он умер. Его забили, все, нет его. Эй, чекни! Уже песню про тебя там без плюща, серьезно. Заблуждали Валеры поток, как воздуха свежего глоток. Но что-то вдруг пошло не так. Еблан включил хуйню и рад. Затупы пошли с нулевой, не знает куда идти. Опять нихуя не работает. Обучение, блять, пройди. Куда идти? Чего начать? Да не пойму я, как играть. Просто донатер. Мушкам. Двенашка родная стреляет, как из пушки. Кишечка вихря сегодня щедра. Пора хапать, родной, пора. Куда идти? Чего начать? Пора. Да не пойму я, как играть. Просто донатер отвлекал. Кролик опять за 250 рублей. Плющ стекает по кроличьим ушкам. Двенашка родная стреляет, как из пушки. Кишечка вихря сегодня щедра. Пора хапать, родной, пора. Но мы верим, что он добрет. Валера наш, он все поймет. Попуск за попуском идет. Но хоть когда-то он пройдет. Валера наш, он все поймет. Попуск за попуском идет. Концепция. Ну, как тебе мои краны? Понравились? Надеюсь, они разукрасили твой унизительный игровой процесс. Кстати, Финович. Заткнул Финович. Рот свой, нагибатор, ты... Хуйня, песня ебаная. Ты лох, сука, ЖМП ебаный. Я тебя хлопну в чате, сука, и все. Крабы мои, сука. Как к вам зайти? Марс Лати, Куляш и все остальные дорогие крабья. Отправляем ему одного краба на вторую стадию. Пусть первую проходит, а то сейчас ливнет. Да ёб твою мать! Денис Кулешов активирует тонкий персонаж за 350 рублей. Айда слушать анекдот. Знаете,
Какую шубу Сухач подарил кролинке? Снорковая. Чё это за... Смешно, да? Типа снорка норка. Настоящее мужское телосложение в студию. А, клоунища, да, сука? Зашли, зашел в игру не поиграть, а вас клоуна посмотреть. Чё у него руки синие? Что за уебищик? Был же нормальный пацан. Олег Кош активирует гигантская голова за 350 рублей. Ну это ладно, это безобидное божество. Большого человека всегда можно... Олег активирует тот крепить камеру за 450 рублей. Вот сука! Сейчас, Валочки, подождите. Дед, может, метро трилогию пройдешь? Если сам не хочешь, то за сколько? Братики, графики работали меньше, чем... Камеру за 450 рублей. Вера активирует инверсия камеры за 400 рублей. Короче, ну вас на... Я не буду выиграть в игру, чтобы тебе, блядь, играть, сука, за цирк ебаный. Сейчас я еще и накачаю, сейчас я накачаю. Ну как, пошел плюс? Гена... Я что, прихожу здесь терпеть вот эту хуйню? Или что? Нормально, нельзя просто... Да, я включил хаос мод, но не для того, чтобы задо мной смеялись, блядь. За сколько пройдешь метро трилогию? За сколько? 100 000! Денис Кулешов активирует гигантский краб за 500 рублей. О, да. Опять, сука, только пошел поссать. Пришел тут опять это, сука. С этими крабами. Это типа троллинг, да, сука? Молодцы. Прошли игру, сука. Там не похуй. Это выписи. Отключу этот хаос. Давай метро трилогию, сам сказал, сотку. Ай-ой, да, так играть, конечно, невозможно. Мерзкие школьники не дают пройти босса, но с другой стороны, так напердящий, звенящий эндуро быстрее заработает Дениска. Ты пожилая женщина, пожилая слабость, которая убрала функцию открепить камеру, убрал сброс уровня до одного, старый пес, никчемный, бесполезный, краба еще убери, слабина старая. Крабики-зяблики, вступаем в крабчатку. Мне 10, а тебе 5.
нет, мне так, так всего десятка, ну просто тебе-то так, ну ты типа, мама. А тебе сколько? А мне 50. Так всего десятку, блядь. Ну нет, типа десятку. Как бы мне 15 кинул, тебе 5, а мне 10. Ага, уже то есть не 10, а 15, правильно понимаю? Ну, да. Алло. Чё так, чё такое? Тебе 100, блядь, скинули? Нет, 15. Пять новомода? Серьёзно, нахуй? Всего 15. Реально, блядь, ты вот так вот ты себе делаешь? Охуительно. Нет, так он всего 15 скинул. Какие 100? Ты чё прикалываешься? Я не прикалываюсь, блядь. Я тебе серьезно говорю, 15. Я видео посмотрела, мне отрывок скинули. Это нормально вообще? В смысле? Там 15, блядь. Какая нахуй ты? Я, блядь, всё поняла, хорошо. Поняла. Уважаемый мамонт Федор, сегодня вы царь-батюшка, сухач перед вами преклоняется. Надо было ему повторное прохождение смешариков заказать, вот бы у деда кукушечка бы съехала. Краб вручает Оскар старому ебану в номинации «Самый правдоподобный отыгрыш недовольства от кучи донатов». Браво, а теперь пиздуй дальше развлекать подписату, клоун. Тьфу, позорище. Краб ты, сука. Пора, родная, пора. Блять, а волчка уже не вызвать. Помогите! Деда, привет. Давай страшилку уже. Удачно. Боже, блять, нас одного удара меня просто убивает. Чё за хуйня, почему?